В городе Ош в ближайшее время 100 новых автобусов выйдут на маршруты по 4 направлениям. Новый транспорт полностью протестирован и готов к запуску. Особенно комфортные автобусы радуют водителей. Эти новые автобусы привезли из Самарканда. В автобусах 25 сидячих мест. В транспорте предусмотрены USB-розетки, пандусы для людей с ограниченными возможностями. Мягкие и комфортные сиденья, а самое главное, есть кондиционер. В летний период было сложно ездить на старых автобусах из-за отсутствия кондиционера. Однако сотрудников городского муниципального предприятия расстраивает тот факт, что некоторые пассажиры портят автобусы. Например, привезенные в прошлом году 50 автобусов уже потеряли свой привлекательный вид. По словам водителей, отдельные пассажиры, и чаще всего это школьники, балуются внутри салона, рисуют на сиденьях и поручнях. Взрослые в основном соблюдают правила поведения в автобусе. В основном это ученики позволяют себе выбрасывать кожуру от бананов, оставляют мусор, оставляют следы обуви на сиденьях. Мы сами, конечно, каждый день убираемся в салоне, но если пассажиры будут вести себя более культурно, то и новые автобусы прослужат дольше. В автобусах действительно можно увидеть следы от обуви и различные надписи. Медиэксперт Тургунбай Алдакулов отметил, что правилам передвижения в общественном транспорте детей необходимо обучать с раннего возраста. По его словам, в школах должны проводиться классные часы на тему этикета. В школах и университетах нужно проводить собрания, на которых будут обучать правилам поведения в общественном транспорте. Огорчает, что отдельные пассажиры ведут себя неподобающим образом в новом транспорте, который в первую очередь заводится для удобства самих людей. На сегодняшний день в городе Ош в общей сложности свои услуги предоставляют 110 единиц общественного транспорта. 80 из них – это автобусы. Напомним, что скоро к ним присоединятся еще 100 новых автобусов. Нагима Бакаева, Уран Айдишев, Улар Кайназаров, ЛТР, город Ош.